heaven on earth. Доброе утро всем, кто нас смотрит. Привет всем на ТБН, One Gospel, Фейсбуке, Ютубе, на онлайн-платформе CRC и всем, кто слушает нас по радио. Давайте будем славить, поэтому поднимайтесь на ноги во имя Иисуса. You cannot do. I'm never a better. I'm seated with my King. In you there's nothing that I cannot do. I know who I am. Alive now, dead to sin. Аллилуйя! Бог сейчас рядом с вами. Он готов покрыть любую вашу нужду. Если вам нужна молитва, наши пасторы ждут ваших звонков и сообщений, чтобы помочь вам и помолиться за вас. А мы продолжим славить имя Иисуса. Славьте вместе с нами. You were there when my heart was stranded far away from home.
When my scars ran deep and I was all alone. When I filled this void with things that took my soul. You were there. When darkness took a hold of my heart. When fear gripped my soul and tore it apart. When life became too much and felt too hard. You were there. Searching, never giving up on me. Knocking at my heart relentlessly. Singing, I am here to set you free. And I'll sing of all your goodness. I'll sing of all you've done. There's no way I would have made it if it wasn't for your love. When I find myself surrounded, I praise you without fear. 'Cause I know fire next to me. When there was no way out, you split the sea. When the giant thought he had the victory, you were there. You opened up my eyes so I could see. When you spoke peace to calm the storm in me. When you sacrificed your son to save me free. You without fear.
Поднимите руки, встаньте с дивана. Бог рядом с вами. Бог прямо там, где вы сейчас. Я буду доверять Ему. Я буду доверять Ему при плохой экономике, в тяжелые времена. Боже, Ты здесь, Ты рядом. У Тебя все под контролем. Я буду доверять Тебе. Давайте споем еще раз. Пой, Африка! Давайте, вознесите свои руки. Воздайте Богу самую громкую хвалу, которую только можете. Мы уже полгода на карантине, но мы, как всегда, радостно славим Господа. Мы также верим, что на этой неделе получим хорошие новости от президента. Скоро мы сможем собираться вместе. Хочу заверить вас, когда вы вернетесь в церковь, вы увидите, что во всех наших зданиях безопасно. И вам не нужно будет бояться коронавируса. Мы сможем приходить и славить Бога. Поэтому я приглашаю вас. Спасибо ТБН за эту прекрасную возможность быть в эфире. Также спасибо One Gospel. Мы — единственная программа на этом канале, которая выходит в прямом эфире. Нас смотрят сотни тысяч людей. Если у вас еще нет церкви, то посетите одну из наших церквей, когда они откроются в Йоханнесбурге, Претории, в Блумфонтейне. А остальные места можете узнать на нашем сайте. Приходите, мы ждем вас. Мы увидим такое пробуждение, которого еще не было. Я провозглашаю восстановление. Я провозглашаю его для всех церквей и служений. Итак, добро пожаловать. Я приветствую всех наших зрителей в YouTube, на онлайн-платформе CRC и в исправительных заведениях по всей Африке, а также я приветствую наших дорогих зрителей из России. Мы в восторге от того, что Бог делает в России во время этого карантина. Мы планируем провести в России большую конференцию в следующем году. Это невероятно. Бог открывает нам двери в России. Аллилуйя! Привет всем из Индии, Европы, Азии и Америки. Мы молимся о мире Божьем для вас и об исполнении воли Божьей в вашей великой стране. Если вы полагаетесь на Господа, то воздайте Ему хвалу еще раз во имя Иисуса. Добро пожаловать! Это ваше время для восстановления. Если вы все верите в это, тогда крикните «Аминь» и скажите «Восстановление». Итак, Господь не желает, чтобы вы мирились с потерями. Бог не умеет проигрывать, потому что Он к такому не привык. Он сказал, «Я создам мою церковь, и врата ада ее не одолеют».
Люди говорят, что жизнь уже никогда не будет прежней. Согласен. Она будет лучше. Мы служим Богу восстановления и избытка. Я готов к восстановлению, а не к выживанию. А к концу года мы будем процветать. Скажите жене: «Дорогая, мы отправимся на свидание или в прекрасный отпуск, потому что этот год мы закончим на высоте». Бог пообещал это в 67-м псалме. Он сказал: «Я увенчаю этот год благами». Мир пережил многое, вы пережили многое, но я продолжаю доверять Богу, что Он по-особенному изольет Свой Дух в конце этого года. Бог освежит и обновит вас. Бог будет говорить с вами, и вы переживете Божие восстановление во всех сферах вашей жизни во имя Иисуса. Возможно, все плохо, но вы все еще живы и дышите. А это значит, что у вас все еще есть будущее и надежда. Господь говорит: «Я знаю мысли, какие имею о тебе. Мысли во благо, а не во зло, чтобы дать тебе будущее и надежду». Иеремия 33:3. Бог говорит: «Воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и неизведанное, которого ты не знаешь». Я знаю, что доходы многих сократились наполовину, но я это не принимаю. Я верю, что еще есть время для подъема и изменений. Я считаю, что для Африки это время возможностей. Артисты, певцы, вы будете заняты так, как никогда. Пасторы, вы будете заняты. Бизнесмены, вы будете заняты. Доктора, вы будете заняты. Дантисты, вы будете заняты. Строители тоже. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Пожалуйста, присаживайтесь и открывайте свои Библии на первой книге царств. Вот мы и добрались до проповеди. А потом мы споем прекрасную песню. Наши музыканты пишут прекрасную музыку. Эту песню написали мы, даже ту, что мы будем петь в конце. Я в таком восторге. Я просто вижу в этом руку Божью. Мой дух не опечален. Он пробужден. Я не могу дождаться каких-то вещей. Я полон сил и энергии. А на следующей неделе мы начинаем виртуальную неделю мечты. То, что вы пели вчера, просто супер. Я подумал, она разойдется по всему миру. Мне также понравилось исполнение. Я люблю женские голоса, но этот мужской голос просто потряс меня. В христианстве нет ничего мертвого. Уже 5 раз я прослушал эту песню. Какую? Вы скоро сами ее услышите. Давайте мы поаплодируем нашим музыкантам. Во время карантина они писали удивительные песни. И вскоре мы выпустим целый альбом, ведь это круто. Я также сказал нашему медиа-отделу сделать футболки со словами надежды. Бог благ, великое будущее. Давайте мы принесем немного позитива в этот мир. Давай раскрасим наш мир, а не будем как заезженная пластинка. Если вы во всем ищете дьявола, то обязательно найдете. Если ищете расизм, то найдете его. Если ищете несправедливость, и ее откопаете. Я не говорю мириться с ней, но давайте искать Божью благость и менять наш мир позитивом. Я многое хочу сказать, но не могу. Я бы что-то сказал, но нельзя, потому что я пастор, поэтому я тоже в маске. Я не лицемерю, но некоторые вещи лучше не озвучивать. Я очень надеюсь, что некоторые из вас начнут пользоваться этим принципом в сетях. Иисус сказал: «Я говорю лишь то, что слышу от Отца». Итак, первая книга Царств, 30 глава, 1 стих. Давид и его люди добрались до Циклага на 3-й день. Амаликитяне совершили набег на Негев и на Циклаг. Они напали на Циклаг, сожгли его. Это похоже на вирус, который обжег весь мир. Разрушенная экономика, бизнес, брак, эмоциональное здоровье, подростковые беременности и так далее. Но Библия говорит, когда враг приходит как потоп, Дух Божий поднимает против него знамя. Я готов к пробуждению.
Я готов к тому, что Бог изменит эту ситуацию. Я готов к тому, что Бог явится во славе. Да, братья и сестры, Бог собирается сделать что-то великое в вашей жизни. Я в это верю. Аллилуйя. Третий стих. Когда Давид и его люди пришли в Циклаг, они увидели, что он уничтожен огнем. Может, уничтожен ваш бизнес, и вам с женой пришлось просидеть вместе дома целых полгода? Для многих людей это серьезное испытание. Если бы я только женился, то подумал бы, что это рай на земле. Медовый месяц на полгода. Неудивительно, что у нас сейчас столько беременных. Обе мои дочери беременны. Очевидно, карантин не повлиял на их отношения в браке. Итак, Давид и его люди громко плакали до тех пор, пока у них не осталось сил. Я говорил вам на прошлой неделе, можно упасть на землю, но нельзя оставаться в таком положении. Не проблема, если иногда что-то выбивает вам землю из-под ног. Но это уже проблема, если вы не пытаетесь подняться и не верите, что Бог поможет вам двигаться дальше. Аминь. Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями. Каждый горевал по своим детям, но Давид укрепился в Господе своем Боге. Аллилуйя! Давид сказал священнику Авиатару, сыну Ахимелеха, «Принеси мне эфод». Авиатар принес, и Давид спросил Господа, подчеркните это в своей Библии, «Гнаться ли мне за этим войском? Догоню ли я их?» Давид не делал свои предположения, а спрашивал. «Для восстановления вам нужны две вещи – Божий разум, то есть его мудрость, а также Божья стратегия. Есть еще вещь номер три – это Божье время. Для успеха в любом предприятии вам нужна Божья мудрость. Библия говорит, что мудрость приносит успех». В послании Иакова 1 главе сказано, когда проходите какие-то испытания, молитесь о мудрости, вам нужны Божьи мысли. Не предполагайте, что вы знаете, что нужно делать. Получите Божью мудрость. Мудрость порождает понимание. Мудрость — это осознание того, что нужно делать, как выбраться из канавы или как пройти эту долину. Я говорил вам, что в каждой ситуации есть Божья часть и человеческая. И на следующей неделе мы поговорим о том, как быть крутыми в тяжелые времена. Не просто как молиться, а как сражаться, когда вы чувствуете себя усталыми и слабыми? Вам нужно сражаться за ваше восстановление. Вам придется сражаться за него. Вам придется сражаться во имя Иисуса. И Давид спросил Господа, «Гнаться ли мне за этим войском? Догоню ли я их?» «Гонись за ними», — ответил он. «Ты непременно догонишь и освободишь, или вернешь все». Если бы я был бизнесменом, кстати, я так и сделал. Я записал все, что мы потеряли за это время, и поместил туда, где это всегда у меня перед глазами. Я также записал там, что мы вернем себе все и даже больше во имя Иисуса. Все, что мы потеряли, мы вернем себе и даже больше. Все крусейды, которые мы не провели в этом году, мы проведем еще больше, и людей на них будет в два раза больше. О нет, в три раза больше. Во имя Иисуса я не принимаю поражения и потери. В Царстве Божьем такого нет. Я полон решимости вернуть все по Божьей благодати. У нас будет больше стадионов, больше церквей, больше школ, больше накормленных людей. Мы будем заселять небеса и опустошать ад. Аминь. Посмотрите, что делает Господь. Он открыл двери в России. Такого еще не было. Мы будем опустошать ад в России. Мы будем проповедовать там Евангелие, открывать церкви. Мы не будем сидеть сиднем. Мы поднимемся.
Хотя, может, мы сбиты с ног, но мы не останемся лежать. Мы не будем забиваться в угол. Мы поднимемся на ноги, мы будем еще сильнее и решительнее. Скажите хоть кто-нибудь аминь на это. Даже если ваш сосед все еще спит, не принимайте потери. Не миритесь с ними никогда и ни за что. Если вы не поднялись внутри, то вы никогда не подниметесь снаружи и не вернете себе все. Соберитесь, и только тогда вы сможете собрать то, что потеряли. Восстановите силы у Бога, как это сделал Давид. И только после этого вы сможете восстановить что-то в вашей жизни. Библия говорит, что Давид укрепился в Господе. В книге Исаии, 41 главе, 1 стихе, сказано: «Умолкните предо мной, не рассказывайте мне о своих проблемах». Некоторые из вас так заняты соцсетями, что не могут услышать Бога и понять, как найти выход в бизнесе. Вы постоянно сидите там, а это не имеет никакого отношения к Божьему восстановлению вашей жизни. Бог говорит: «Сядь и заткнись». Некоторые из вас сами хотят быть своим освободителем. Я знаю, что в Библии не сказано «заткнись», это моя версия. Да, это я сам добавил. Тут сказано: сядьте и успокойтесь все. Это значит, восстановите свои силы. Так, пожалуйста, сделайте меня немного громче в мониторах. Перед тем, как восстановить свое положение, нужно восстановиться самому. Но это невозможно, если вы полны негатива и цинизма. Если вы во всем вините апартеид, а кого бы нам обвинить? Все восстали против Давида и начали обвинять его. Я понимаю, что мы все еще избавляемся от апартеида, но не забывайте, что Бог здесь. Он Иегова Шамма. Он не был, а есть и будет всегда. Бог знает, как вывести вас из этой ситуации и из этой проблемы. Но вы не можете все время вести себя как жертва. Вам нужно решить: во Христе я победитель. Не имеет значения мое прошлое, происхождение, образование. Все, что было запланировано во зло, Бог обратит мне во благо. А если вы в это не верите, то вам нужен другой Бог. Но наш Бог не мертвый, Он живой. Он умеет открывать двери, успокаивать бури, давать свою благосклонность в самых неблагоприятных условиях. Но проклят человек, надеющийся на человека, и благословен человек, надеющийся на Господа, и убежище которого Господь. Переключите свой фокус обратно на Бога, пусть ваш взор снова будет на Иисусе. Доверяйте Богу, даже если вокруг подводят вас или падают, вы будете стоять и процветать. Вы будете побеждать. Вы будете наверху, даже в компании, где это практически невозможно. Бог даст вам свое благоволение во имя Иисуса. Бог благословит вас на глазах у ваших врагов. Он помажет вашу голову свежим елеем. Ваша чаша будет переполнена. Он даст вам такое благоволение, которое вы представить не могли. Он должен быть центром вашей жизни. Если вы любите Иисуса, то прославьте Его. Аллилуйя. Итак, Павел пишет: мы были окружены неприятностями, но мы не деморализованы. Мы не уверены, что нам делать, но мы знаем, что Бог знает, что нам делать. Нас духовно терроризировали, но Бог не оставлял нас. Это как котенок, который видит, как от него убегает тигр, а на самом деле
Позади него стоит огромный лев. Поэтому на поле боя Голиафа поразил не Давид, а Бог Давида. Аллилуйя! Когда вы стоите на поле боя, вы не одиноки. С вами Бог. Готовьтесь, и Бог освободит вас. Бог с вами. Он помогает вам восстановиться во имя Иисуса. Нас терроризировали духовно, но Бог не оставил нас. Нас бросали, но мы не сломались. Надеюсь. Ваш дух не сломался при этом. Надеюсь, что последствия апартеида не сломали вас. Надеюсь, ваши ошибки не сломали вас. Молюсь о том, чтобы ваши жизненные трагедии не сломали вас. Есть много людей, которые должны быть сломленными. Но они не сломлены, потому что они решили, даже в самых сложных ситуациях, прибегать только к Богу. Они верили в то, что Бог всегда рядом. Бог нелицеприятный. Он также всегда рядом с вами. Где бы вы ни были, Бог может поднять вас и вывести вас из вашей ситуации, а потом привести вас в место вашего предназначения для славы Божией. Аминь. Во имя Иисуса. Моя жизнь не будет зависеть от политиков или от законодательной системы или от решения советом. Если бы много лет назад я прислушался к совету церкви, то никогда бы не переехал в Блумфонтейн. В нашей маленькой церкви из 150 человек, в комитете из 12 человек, трое верили, что я подходящий человек. Все проголосовали, но меня не выбрали. А потом я встал и сказал: «Я представляю здесь Божий голос, и вам лучше поверить в это». Даже если вы все уйдете, мне не важно. Я здесь не ради популярности. Если Бог положил на вас свою руку, то никто не сможет остановить вас. Когда Бог вас продвигает, никто не может остановить вас. Вас могут задерживать или сажать на скамью запасных, но они не смогут остановить вас, потому что тот, кто внутри вас, больше. Это Дух Святой, который поднял Иисуса из могилы. Вам нужно посетить много мест и сделать много дел. Это ваше время для восстановления. Во имя Господа Иисуса Бог призвал меня к разным вещам. Мы собирали советы по этим вопросам, и часто они голосовали против. Никаких пробуждений для молодежи, никакой мультиэтнической церкви. О, нет, не больше одной церкви. Никаких технологий, но у меня было «да» от Бога. Я все равно шел на это. Люди часто покидали меня, особенно очень влиятельные. Они говорили: «Пастор, нас не устраивает то направление, которое вы выбрали». Бог сказал мне: «Проведи пробуждение для молодежи». Затем Он обратил мое внимание на темнокожих людей в автобусах и сказал: «Пусть они тоже приходят. А кто за все это заплатит? Бог. Если вы пытаетесь изменить Слово Божие своими деньгами, то Бог найдет кого-то другого. А ваши ресурсы исчерпаются. Вы не нужны Богу, если ваше сердце становится надменным. Кажется, что люди думают, что Богу нужно наше ободрение. Говорю, это пробуждение будет другим. Вы не сможете удержать или ограничить его. Вы не сможете поместить его в руки чернокожего или белого человека. Оно будет в руках Божьих. И Бог изберет того, кого хочет Он. Он будет использовать мужчин и женщин, несмотря на цвет их кожи. Он будет использовать слуг, которых Он проверил и испытал. А вам придется сидеть и смотреть, и смириться с этим. Вам стоит в это поверить? Да, я зажжен. Вы увидите, как огонь Божий сойдет на наши церкви. Я не вижу пустое здание. Я вижу множество служений. Я вижу очереди снаружи.
Я вижу славу, я вижу Божие движение, я вижу чудеса и знамения, я вижу проявление силы Божьей, я вижу, как люди каются, я вижу, как множество блудных сыновей возвращается домой, я вижу, как рак исчезает, разбитые сердца исцеляются, я вижу, как бедность уничтожается, я вижу это Духом Божьим, я не вижу безжизненную церковь. Я вижу верующих, которые забыли обо всем у подножия креста. Они забыли о расизме, сегрегации, дискриминации. У подножия креста я вижу людей, горящих для Бога. Они говорят: «Господь, используй меня для своей славы». Вот что я вижу во имя Иисуса. Когда в Блумфонтейне началось пробуждение, со мной было так, как сейчас. Дух пророчества сошел на меня и оставался на мне месяцами. Так же и сейчас, так же и сейчас, поверьте. Если Бог желает, чтобы что-то было сделано, кто-то должен сказать об этом, не просто сказать, а сказать от Духа Божьего. Ну ладно, давайте все же вернемся к проповеди. Сделаем это ради наших телезрителей, которые привыкли к порядку. О, мы так мечтаем вернуться в церковь, только бы этот человек перестал на нас постоянно кричать. Просто переключите канал. Спать можно и в другом месте. Здесь вы не уснете. Итак, во-первых, Давид укрепился в Господе и восстановился. Во-вторых, он увидел мысли Бога. Это звучит просто, но на самом деле это не так. Для восстановления вам нужно иметь мысли Бога. Например, мы связались с правительством, и тому есть множество причин. Мы очень хотим, чтобы церкви открылись, и не только для того, чтобы петь гимны. За время этого карантина влияние нашей церкви CRC выросло в 100 раз. То есть смысл не в том, чтобы прийти и спеть песенку, а в мобилизации. Мы хотим мобилизировать верующих, чтобы разобраться с болезнями нашего общества. У нас убивают женщин так часто, как нигде в мире. Мы хотим бросить вызов нашей системе правосудия. И вы должны понимать, что это нужно сделать. Ни одна женщина в ЮАР не находится в безопасности. Тут столько убийц, готовых изнасиловать и убить женщину, и это неприемлемо. Красивые слова правительства нас больше не устраивают. Нам нужны более суровые наказания. Нам нужна полиция без коррупции. Нам нужна народная полиция. Мы должны искоренить это. Ни одна черная женщина. Некоторые из вас все еще говорят об апартеиде. Но не думают о том, что женщинам в этой стране жить опасно. Проснитесь. Мое сердце разрывается, когда я слушаю новости. Снова и снова я слышу о том, что застрелен 19-летний парень. Две женщины жестоко убиты. Их связали и зарезали. Если вас такое не трогает, то не рассказывайте мне о белых и черных, потому что это происходит и с белыми, и с черными. Не говорите мне о христианстве, которое только «Аллилуйя и Аминь». На этой неделе мы снова будем говорить с политиками об экономике и о земельной реформе. Земля принадлежит государству. Отдайте ее людям. Прекратите свои политические игры. Начните защищать фермеров. И давайте работать вместе, как одна страна, как христиане, чтобы сделать эту страну процветающей. У нас достаточно земли, чтобы сделать эту страну процветающей. Правительству нужно взять себя в руки и перестать играть в игры. Дайте людям право на собственность, дайте людям землю. Помогите людям стать фермерами. Я отошел от темы проповеди, но это не страшно. Защитите наших женщин и детей. Вы знаете, что Иисус никогда не спасал тех убийц?
что висели рядом с ним. Одному он сказал: «Сегодня будешь со мною в раю». Убийцы не имеют уважения к жизни. Система правосудия над преступниками должна измениться. Вот что такое справедливость. Ни одна женщина здесь не находится в безопасности, ни белая, ни черная. А вы сидите за компьютером и продолжаете нести разделение между белыми и черными. Проснитесь. Забудьте о прошлом. Вы еще даже не спасены. Прекратите эту расовую напряженность. А как насчет Эдварда? Его идеи были из самого ада. Никто не имеет права сжигать что-либо. Никто. Одни из вас скажут на это аминь, другие нет, но мне все равно. Перестаньте лицемерить. Если убили белого убийцу, вы сразу пишете об этом пост. Но вас не волнует ни одна убитая черная женщина. Начните говорить и об убийствах черных женщин, и о фермерах. Рассказывайте обо всех, кто гибнет в этой стране. Важна жизнь каждого человека, и ее нужно защищать. Итак, если говорить о восстановлении, то оно касается каждого. Всех белых и черных детей, родившихся в ЮАР, всех белых женщин в городах, всех черных женщин на периферии. Важен каждый. Слышите? Иначе не называйте себя христианином. Прекратите эти разделения. Я знаю, что получу много гневных писем, но ничего страшного. Однажды вы предстанете перед Иисусом со всеми своими сообщениями и всеми вашими разговорами, которые разделяют людей по цвету кожи. Недавно я говорил другим пасторам: «Я понимаю, то, что я говорю, это непопулярно. 27 лет я выступал против белого расизма, и внутри я боролся с собой, потому что за эти 27 лет я не слышал, чтобы хотя бы один черный пастор выступил от имени белых людей. А почему, скажете? Если вы думаете, что мне не стоит лезть на эту территорию...» То я живу именно так, как жил Иисус. Иисус никогда не говорил только об одной расе или одном народе. А вы, проповедники, можете говорить о других людях, а не только тех, что имеют такой же цвет кожи, что и у вас. 27 лет я боролся. Я никогда не слышал, чтобы какой-то черный пастор или лидер говорил от имени белых. Я был в шоке, когда Крис Мадибулос выступал на этой сцене. Он был первым, кто дал белым людям почувствовать, что ЮАР — это их дом. Это просто шок. Я понимаю, что пастор находится в очень уязвимом положении. Если вы хотите и дальше держаться за расизм, то не приходите в нашу церковь. Найдите церковь, которая думает и говорит так, как вы. Мы открыты для всех, для богатых и бедных, для белых и черных, для угнетенных и свободных. Мы рады всем. Мы будем сражаться друг за друга. Мы сражаемся не только за свое восстановление, но и за ваше. Мы сражаемся за вашу безопасность и за вашу защиту. Мы сражаемся за будущее ваших детей. Кем бы вы ни были, белым, черным, азиатом, у вас есть будущее в Южной Африке во имя Иисуса. Вот за что мы сражались все эти годы. А после карантина это послание зазвучит еще громче. Это будет настоящее пробуждение. Не бывает пробуждения без Божьей любви. Не будет пробуждения, если люди не оставят свою ненависть, горечь и свои злые планы. Пробуждение приходит, когда люди объединены силой Божьей любви. Воздайте Господу хвалу, чтобы закрыть рот всем злым людям. Бог будет делать что-то удивительное.
что шокирует этот мир. Это будет движение Святого Духа. Оно будет менять, реформировать, вмешиваться. Это движение уничтожит бедность во имя Иисуса. Оно вдохновит и воодушевит людей во имя Иисуса. Дайте кому-нибудь 5. Аллилуйя. Дайте 5 представителю другой расы, хотя бы мысленно. Сейчас нам нужно любить так сильно, как никогда раньше. Во имя Господа Иисуса. О, аллилуйя! Да, я снова удаляюсь немного от темы. Этого нет в моих записях. Всякий раз, когда я выхожу на сцену, я выхожу с Духом Святым, и я всегда подготовлен. Посмотрите, я готовлюсь, я всегда думаю, я просто расскажу то, что в конспекте, потом что-то будто бы ударяет меня, а это Дух Святой. Если вы любите Духа Святого, то прославьте Его. Вот у меня с собой конспекты, но что делать? У нас будет еще одна Пятидесятница. Мы увидим, как Господь изливает огонь Духа, как на Пятидесятницу. Послушайте. Лидеры Первой Церкви были представителями разных народов и разных поколений. Нам нужно вернуть такую церковь и не оставаться в изоляции. Нужно, чтобы люди были вместе вот так, как львы, как апостолы. Именно так проявляется порядок царства, когда люди Божьи начинают говорить истину, а не впечатлять избирателей. Во всех моих разговорах с влиятельными белыми людьми я затрагиваю тему несправедливости. Вы этого не знали. Вы меня критикуете, потому что не присутствуете при этих разговорах. Вы еще младенец в этих вопросах. Вы знакомы только с вашим маленьким мирком. Я не пытаюсь унизить вас. Я просто рассказываю. Как я уже говорил, на этой неделе я общался с важными духовными лидерами. Я был там единственным белым. Мне нужно заталкивать себя на эти встречи. Потому что этот белый парень не любит сидеть на скамье запасных. Спасибо, такого не будет. Только посмотрите, эта страна находится в беспорядке. Нам нужно принести ей исцеление. Если лидеры этой страны не смирятся и не спустятся со своих пьедесталов, тогда люди так и останутся навсегда разделенными. Плюс того, что вы живете дольше других, это то, что вы уже все видели. Вы помните. Как во время апартеида несколько человек контролировали все. И сегодня вы видите в ЮАР ту же самую болезнь. Аллилуйя, церковь! Видите? Я тоже вопрошаю Господа, как Давид. Серси, давайте прославим Господа. Скажите, я готов? Отец, мы готовы, да, мы все готовы. Мы готовы к Твоему движению, мы готовы к Твоему проявлению в наших жизнях. Сделай что-то в моей жизни, сделай что-то в моем бизнесе, сделай что-то в моем служении, сделай что-то, что будет существовать вечно. Не пропустите вечернее собрание. Я буду рассказывать о величайшем открытии. Величайшее открытие.
которое может сделать человек. Величайшее открытие. Задумайтесь над этим, какими бы богатыми, великими и могущественными мы ни были, у всех нас есть отведенное нам время. Может, это 30 лет, 12, 50, 70. И что вы с этим сделаете, определяет вашу вечность. Вот почему я не участвую в конфликтах и спорах, кроме Слова Божьего. Я не хочу следовать ничьему плану, если он не основан на Библии. На этой неделе на одну из самых святых женщин напали молодые люди. Какой позор для нашей нации! Это позор. Человек, разоблачающий коррупцию, вредящую этой стране, был атакован, и это невероятно. И люди еще думают, что могут последовать за такими злыми людьми, которые напали на Божьего человека, посвятившего всю свою жизнь борьбе за справедливость. Она отказалась от возможности стать президентом той страны ради борьбы за справедливость. А люди думают, что можно вот так просто напасть на такого благочестивого человека. Это неуважение. И от него нужно избавиться, потому что, во-первых, она вообще-то женщина. Она Божья женщина. А среди нападавших был человек, который учится на пастора. Просто отвратительно. Расскажите, братья, когда вы отреклись от веры? Ну-ка, скажите, это не исправить без честности. А ведь она, я напоминаю, женщина, простая, слабая женщина, но и Божья женщина. Жизнь всего одна. И все, что вы делаете с этой жизнью, определяет вашу вечность. Бог не зол на вас. У всех нас были проблемы, и Бог все равно нас любит. Если вы не знаете, где вы проведете вечность после смерти, то сегодня это может измениться. Придите к Иисусу. Вы можете вернуться к Иисусу прямо сегодня. Я хочу помолиться за вас. Пожалуйста, положите свою руку прямо на сердце, закройте глаза и скажите: «Господь Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Будь моим Господом и Спасителем. Омой меня своей кровью. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю, что Ты живой. Спасибо за то, что Ты слышишь мою молитву. Сегодня я родился свыше во имя Господа Иисуса Христа. Аминь». Если вы произнесли эту молитву, то напишите нам об этом. Заходите на наш сайт, свяжитесь с нами. У нас есть церкви по всему миру. Давайте прославим Бога громкими аплодисментами.